Привет, представься, пожалуйста. Привет, меня зовут Оксана. Расскажи, пожалуйста, что у тебя изменилось за 4 недели курса, что нового почувствовал, узнал, какие изменения в теле, в жизни? Ну, первое основное – это самочувствие. То есть я почувствовала легкость в спине, в позвоночнике. Снялись какие-то зажимы, которые у меня до этого были в плечах. Вот. А моя сутулость начала выравниваться. Плюс я измеряла амплитуду выгибания позвоночника, делала прям фотографии до и после, и в этом плане у меня значительные положительные сдвиги. Вот. В целом прочувствовала работу глубинных мышц, нашла в себе такие мышцы, которые до этого не подозревала. Вот. Ну, мне очень понравилось, я довольна. Класс. Есть над чем работать, конечно, но начало положено. Спасибо.